Славянскому районному обществу инвалидов исполнилось 35 лет. В честь юбилейной даты в городском доме культуры состоялось торжественное собрание. Славянская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов была создана в 1988 году. Она объединяет под своим крылом людей, неравнодушных к чужой беде, творческих и целеустремленных. Общество помогает справиться с трудной жизненной ситуацией, дарит возможность общаться, путешествовать, жить полноценной жизнью. В этом году организации исполнилось 35 лет. По случаю такой значимой даты в городском доме культуры было проведено торжественное собрание. Его участниками стали члены районного общества инвалидов, Всероссийского общества слепых и глухих, районного совета ветеранов, жителей города и сельских поселений. Земляков поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы высказать вам, дорогие друзья, слова огромной благодарности. Сегодня в этом зале собрались у нас и поселения наши первичные организации. Спасибо вам и низкий поклон за вашу силу духа и силу жизни. Мы всегда с вами. Будем вместе работать, вместе решать все проблемы. Всем крепкого здоровья, всем удачи и мирного неба. Последние годы районное общество инвалидов возглавляет Татьяна Ладыка. Благодаря ей организация получила новый виток в развитии. Все больше людей объединяются вместе, чтобы помогать друг другу, принимать активное участие в общественной жизни района. Я всех хочу поблагодарить за то, что вы делаете для людей с ограниченными возможностями. Наших участников нашего общества хочу поблагодарить за силу духа, за несгибаемость, за активную жизненную позицию. Всех поздравляю с праздником. Огромное всем спасибо. За активное участие в работе районных общественных объединений, милосердие и поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудничество во многих социальных вопросах, активистам районного общества инвалидов вручили благодарственные письма главы района. Председатель первичной ячейки Маевская Солодухина Ирина Григорьевна. Председатель первичной ячейки Петровская Лисуненко Надежда Георгиевна. Завершилось торжественное мероприятие концертом, на котором выступили творческие коллективы общественных объединений социальной направленности и артисты городского дома культуры. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».